Я Караваева Зайтуна из города Магнитогорска. Более 20 лет отработала в системе государственной статистики. И сегодня я хочу выразить огромную благодарность школе «Виватон» и лично Елене Игоревне за то, что она в корне поменяла мое мировоззрение, в корне изменила мои представления о том, что считать здоровьем, а что считать болезнью, какие процессы в организме считать патологическими, а какие, наоборот, оздоровительными, каким образом можно помочь своему организму. Мои представления поменялись просто-напросто диаметрально. То, что раньше я считала плохим, теперь оказывается очень даже хорошим. И уже начала приобретать оздоровительный опыт на себе, то, что называется. В моем организме уже пошли процессы оздоровления благодаря Виватону. Ту информацию, те знания, которые я здесь получила, переоценить просто невозможно. Это настолько прекрасно, настолько замечательно. Мне действительно открылся путь к совершенству, к совершенствованию самой себя и путь к тому, как помочь другим людям выйти на этот же самый путь, на эту же дорогу. Поэтому мое пожелание школе «Виватон» — расти, процветать и совершенствоваться. А всем, кто смотрит этот ролик, кто смотрит меня в данный момент, последовать моему примеру и примеру тех, кто уже обучился в этой школе. Вы не пожалеете, вы обогатитесь настолько, что это даже невозможно представить. Спасибо.